В Голицынской средней школе номер 2 прошел День здоровья в рамках спортивной акции «Здоровый образ жизни. Путь к успеху». Мероприятие поддержали активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия». В веселых эстафетах принимали участие воспитанники детских садов, а также учащиеся Большевиземской и 2-й Голицынской школ. Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение и оставил яркие впечатления, прокомментировал депутат «Единорос» Владимир Семин.